Здравствуйте, мои подписчики! Сегодня в нашем видео я расскажу вам, как создать загрузочную флешку с Windows 10. На сайте Microsoft появилась утилита Windows 10 Installation Media Creation Tool, позволяющая создать загрузочную флешку для последующей установки системы, автоматически загружающая на накопитель последнюю версию системы и создающая USB-накопитель для загрузки как в UEFI, так и в Legacy режиме. Для этого нам необходимо скачать с официального сайта Microsoft утилиту под названием Media Creation Tool для создания загрузочной установочной флешки. Запустим загруженную утилиту Windows Media Creation Tool и согласимся с условиями лицензионного соглашения. Выберем пункт «Создать установочный носитель» USB-устройство флеш-памяти, DVD-диск или ISO-файл. Будем использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера. Выберем USB-устройство флеш-памяти. Обратите внимание, что для создания загрузочной флеш-накопителя необходимо не менее 8 ГБ флеш-памяти. Начнется загрузка файлов Windows 10 и последующая запись их на флешку, которые могут занять продолжительное время. По окончанию у вас будет готовый накопитель с оригинальной Windows 10 последней версией, который пригодится не только для чистой установки системы, но и для ее восстановления в случае сбоев. Если данное видео вам было полезным, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Дмитрий. До свидания.